Как вы оцениваете нашу боевую технику? Да я с ней не связана. Как ее... Я могу сказать, что раненые говорили. Раненые говорили. Какая у нас техника? Когда у нас винтовка на два человека. Вот это что от раненых я слышала, вот я вам говорю. А так я ее не видела. Меня всегда мучили. Лежат раненые, у кого руки поранены. Сестра, сверни, но не могу я эти папироски крутить. Никак у меня не получается. Иду еще, ребят, да сверните ему папироску. А вы? А я говорю, да я не умею, мне не получается. А им же не давали папироски, давали офицерам только. А раненым, да вообще и солдатам, да, махорку давали. Вот они, рука болит, он не может, и я стою, не могу. Пойду, говорю, подожди, сейчас пойду кого-нибудь, ребят, найду, завернут вам папироску. А вы были в плену или оккупации? Нет, нигде я не была, не дай бог. Еще. А были ли среди ваших знакомых такие люди? Нет. У нас из госпиталя никто не попал. А в Ленинград я приехала. Я ездила. Я недавно не стала. Вот, в 1986 году последний раз я ездила в Ленинград. А так, дочь училась в Ленинграде. В институте я ездила. Сестра у меня жила в Ленинграде. Вот она умерла во втором году. Прожила 90 лет. Месяц и неделю. Вот. И там ее 20... И все было как.